Тран-тран, с вами Ариран, котики мои. Несколько дней не выходили реакции на канале, поэтому я уже успела за вами со всеми соскучиться. Во-первых, мы сейчас с вами посмотрим какое-то должно быть потрясающе прикольное видео, которое пришло по заявочке Дарья от тебя. Я такая сегодня составляю список, что бы я хотела с авиками посмотреть. Смотрите, кстати, выпустили клип, думаю, чуваки, как вы вовремя, они сейчас садятся снимать, а вы такие... И я их уже посмотрела, вот, перед этим, но до того, как я сломала... ноготь. Все нормально, я знаю просто, что вы будете меня спрашивать, Ари, что с пальцем? Все нормально, просто сломала ноготь себе на мясо. А так все нормально. И третье, это то, что... то, что у меня есть для вас объявление, связанное с тем, что... В последнее время не так много новинок, и я придумала одну прикольную штуку. Знаете, в конце будет объявление, а сейчас будем с вами смотреть, что... Дарья. Спасибо тебе, зайчика, большое. Ты, как всегда, меня поддерживаешь и прислала свое сообщение. Здравствуй, Ари. Хочу тебе посоветовать еще одно видео. One Us Eye Contact. Self Music Video. Это зрительный контакт. Так клип называется. В смысле, так песня называется. Так, легкая и веселая. Но так близко лица мальчишкам снимать и подмигивать противозаконно. Я с тобой абсолютно согласна. Еще не смотрела, но уже согласна. Всего тебе лучшего. И тебе тоже, зайчика. С наступающим... С наступившим летом у нас очень жарко. Я жалуюсь на дожди, теперь жалуюсь на жару. Вот, ты еще прислала поцелуйчики. Спасибо большое, давайте смотреть, ребят. О, сразу танцульки. Я поняла, ну да, это же селфи. Какой зайка симпатичный. Ой, что делать, Ленди, он на себя смотрит, он мне нравится. Блин, это будет так прикольно, это мне все видео стесняться. О, блин, эффекты такие. Такое ощущение, что они где-то в туалете снимают, часто. Ай, блин, он такой приколюга. Они свои партии поют? Что с такой? Мы тоже за вами следим, ребята, так что вы там не думайте. Чувак, береги себя, а? О, Ленди, какой хороший. Это тот рэпер, наверное, блин. Точно. Капец. Я каждый раз говорю, ой, мальчик прикольный, вы мне все время, Ари, это один и тот же. Но значит, это неспроста. Блин, интересно, сколько раз они подмигнут или подмигнули за это видео и сердечки сделали. Мне нравится мордашка рядом. Такая реакция, типа, чувак, что ты делаешь? Вот дурашки. Мне песня нравится. И такие ноги на фоне. Блин, они, наверное, так и ржали за кадром. Мне нравится этот пуська. Приятного аппетита. Ага, пожалуйста. Baby, my lady, wanna be my love. А кто у них главный вокалист? Вот эти двое, наверное, да? Господи! Я уже полный кармашек ваших сердечков насобирала. Я тоже так хочу. Я так не умею. Я вот так так умею. О, я вот так буду делать. Что-то как-то упоротей стало. Это мне как смотреть на тебя?
закончилось. Конец. Зайцы. Конечно же, мы оцениваем с вами клипчик, потому что это прям клипчик. Вот здесь, как обычно. Дарья, спасибо тебе еще раз за прекрасный предложенный клип для супер-пупер позитивного настроения. Мне понравилась песня. Мне понравился вот тот красавчик, который вечно для меня, типа, вы посмотрите, какой мальчик. Ари. Вот, да. Его зовут, вы мне писали. Сейчас я Лидо, кажется, его зовут. Псевдоним, да? Ну, Алиса! Алька! Ну-ну-ну! Объявление у меня для вас. Котята, поскольку в последнее время вообще как-то не сильно много вот, да, новинок выходит, я такая аж приуныла немножечко, а потом думаю, мне же Айвики уже давным-давно писали, Арика, да, вот ты же говорила как-то, что хочешь с нами пересмотреть там все клипы EXO или все клипы BTS, и я такая... Нет, это не значит, что мы будем с вами пересматривать все эти клипы. Почти не значит. Это значит то, что я решила устроить неделю любимых клипов. Не моих любимых, но в смысле моих тоже. А неделю наших любимых клипов, да. Это будут старенькие клипы. Старенькие, это я не имею в виду, что они прям совсем старенькие. В смысле, они не новенькие. Да? Не последние. Вот. Поэтому с 10 по 16, то есть с понедельника по воскресенье, мы с вами каждый день будем смотреть кучу всяких прикольных, легендарных или просто интересных, классных клипов. Выбирать мы будем. Во-первых, то, что я люблю, я, конечно же, буду выбирать и с вами делиться, ну, с вами смотреть, в смысле. Во-вторых, пишите обязательно в комментариях, что мы обязательно должны посмотреть и не пропустить. Лайкайте, и самые залайканные рекомендации мы с вами тоже включим в этот наш плейлист этой недели любимых клипов. И донаты, если вы хотите, чтобы мы вместе с вами посмотрели какой-то ваш любимый клип или клипы из ранее выпущенных легендарными группами, тоже присылайте, будем все смотреть. Единственное, что заявочки я начну принимать с сегодняшнего дня по 13 число где-то, потому что 17 я уже уезжаю, чтобы я успела смонтировать, но важно, ребята, это очень важно, если вдруг заявочек придет очень много, вдруг мне там бумс, и прям сегодня 100 заявочек как придет, я как обалдю. Вот, чтобы я успела все смонтировать и составить вообще, что мы будем смотреть, если будет очень много заявочек, то я могу заявки начать закончить, в смысле, принимать в любой момент. Я об этом, конечно же, сообщу, скажу, ребята, хватит, все, заявки больше не присылаем. Вот, поэтому вот такие пироги. Пишите в комментариях обязательно, что хотим посмотреть, присылайте свои заявочки и вообще запасайтесь хорошим настроением на следующую неделю. Я уже жду, не дождусь. Вот, я решила сделать это объявление именно в этом видео, потому что прекрасное у меня настроение, благодаря Дарье, благодаря мальчишкам из Ванас, их очень много в последнее время. А на этом все, саран-саран, с вами была Ариран, я всех целую, люблю, пока-пока-пока.